В прошлом выпуске мы с вами посмотрели выступление наставников и, в принципе, собрались те самые люди, которые реально что-то умеют, потому что мы видели, что они умеют в других передачах и, в принципе, на их живых каких-то выступлениях, поэтому, мне кажется, в этом сезоне все должно быть более-менее адекватно. Хотя я уже видел комментарии гневные, что просто взял провал! Вот, но это мы с вами, знаете как, мы с вами и я, собственно, мы не решаем, провал там или нет, я только говорю, что когда вот реально там, допустим, человека не взяли, а он реально круто делает, либо человека выгнали, а он круто делает, и типа вот это не вяжется в моей голове, потому что я это оцениваю с точки зрения непосредственно преподавания вокала, с точки зрения звукоизвлечения и того, как все это дело звучит. Потому что иногда бывает просто непонятно, когда человек, который там что-то мямлит непонятное, да, проходит дальше, а человек, который реально очень круто поет, его выбрасывает. Вот прямо этого я не понимаю именно как музыкант. Всем привет, с вами Лео, вы на канале Hellscream Academy. Сегодня мы с вами начинаем смотреть шоу «Голос дети», 11 сезон, выступление уже ребятишек. Еще раз вам напомню то, что из-за того, что авторские права, аудиовизуальное содержание это ТВ-передачи, я не могу вам показывать цельные фрагменты, YouTube их блокирует и видос просто не выходит. Если хотите смотреть без какой-либо нарезки и рекламы, подписывайтесь на мою страничку Boosty, ссылочка будет в описании. Этим вы очень круто поддержите канал, поддержите его развитие и все дела, я думаю, вы и так понимаете. Ну а еще осенью у меня пройдут концерты вот в этих вот городах, билеты можно купить по ссылочке в описании на официальном сайте группы finband.com. И еще маленький моментик. Ну и, собственно, теперь давайте смотреть. Первое выступление — это Григорий Дружинин «Дорогой длинную». Погнали! Фолк-метал. Чистенько. Ехали на тройке с бубенцами. Звук какой открытый, а? Прям так. Разбеясь от тоски. Очень звонко и очень чисто, прям клево. Причем ноты даже для ребенка там все высокие, да? Но при этом объем вот этот открытый звук прям вообще хорош. Не, это логично. Он хорош прям. Что-то звук как будто по-другому сводили весь. Вообще он какой-то такой вот перекомпрешенный. Все прям такое режу, она поджурчивает. Зато детальность хорошая, слышно хорошо все. Слайдик. Вибрато такой. Прям чисто детское такое. Прям. Дар-д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 ар, где была сбита Женя? Здесь же самое то, все равно играешь только медленно. Тут-та-тут-та-тут-та. Дар-дар-дар-дар-дар-дар. Это знаете как? Маленький детский микстовый звук. Очень четко. Красавчик вообще. Прям добряшно. Хорошее начало. Роман Зубрынкин. Песня «Крокодила Гены». О! Лишние танцы у него. Его, походу, специально заставили так танцевать. Он просто... Он, типа, специально это делает. Такой прям... Ту-ру-ру. Ну, конечно, низкие ноты ему низко все равно. Вот эта вот нота прям ему тяжело вниз, потому что голос такой высокий. Эти старые песни из разряда «Я хотел выучить «Спокойной ночи, малыши», просто открыл, а там куча просто этих аккордов и такой типа «No». Но как я вам говорил, с голосом, конечно, есть вот эта тема, то, что когда совсем маленькие дети приходят, напрягает их психологическое состояние, прям вот. Это раз в году у него с каждой нотой, каждой.
То есть, ну, ему низко просто потому что детский диапазон, он дальше не опустится. Вот когда дети до 10, там, до 13 лет, прям за них обидно потом, когда они сталкиваются с теми, кто в два раза старше, прям, ну, обида, короче, возникает. Пока на позитиве все. Так, это у нас с вами Георгий Петросян. Очень аккуратно. Ну, это круто. Вибрато. Очень чистый звук наверху. Позиционно, слышите, да? Вот эта точка, которая прям... Мелизматика, насколько четкая прям. Вибрато вот это, да, где у него ощущается звук, там вот это такой чуть-чуть, как будто звук G такой, да, как встроенный туда прям. Это вот то, где все фокусируется. Откуда у меня комары здесь взялись, не пойму вообще. Ну, прям раскрыл звук, прям. Этот звук прям, раскрытый прям. Хорош. И звуки, прям открытые, хорошие. Если ту камеру включить, там просто... Ой, хорош. Позиционно очень круто. Уже говорил, но прям реально слышно, как он четко оперирует звуком здесь. Прям ух. То есть, чувствуете, я как будто голос из одного места прям вот так вот идет. Прям вот из него раскрывается вот так вот прям. Чистенькие переходы такие прям. Вообще. Обида только, когда мальчиков в какой-то момент голос потом ломается. Просто какой-то комар летает. Я вообще не понимаю, откуда он здесь взялся. Что такое вообще? Потому что когда голос ломается, самая жизнь происходит. Просто... И как будто заново начинаешь голосом своим пользоваться. Так, у Лены Котельникова Гагарин. О, очки с Алика за 300 рублей. Шарю. Видел такие. Вчера как раз на эту тему разговаривали со знакомым. Чуть мимо нот. Очень сильный звук вперед собран. Неудобно. О. Первый пошел. Раз, два, три, четыре. God damn. Рэпл. Цена, звук собран. Из-за этого звуки такие. Из-за этого груди в звуке не хватает. Вот этого прям чуть-чуть основы такой. Реально, эти очки работают на двух вот этих вот батарейках таких. Прикольный сброс вот этого в головной звук. Но песня тоже, типа, ну, репертуар опять. Все в одну ноту. Тупо, грубо говоря, постоянно тат-тат-тат-тат-тат-тат-тат, еще дышать надо в этот момент, ну, типа, жестко. Ширик воткнули туда ему. Или GoPro, что ли, какая-то стоит там. Ну, хороший подъем. Тяжело, но наверху. Но очень сильно передний звук. Как раз из-за того, что вот это собрано, оно со стороны звучит не очень объемно, и из-за этого вызывает вот это, знаете, потерянное ощущение какое-то вот такое. То есть... Это, знаете, как вот ты слушаешь, да, а бас не слышно. Но бывают бас-гитары, которые все-таки хорошо слышно. А что, если я вам скажу, что бас может быть слышно?
И для этого нужен воистину мощный бас, как, например, бас от компании Burwin Guitars. Это мастеровая гитара, сделана специально для меня, нашей отечественной мастерской Burwin Guitars. Я делал обзоры на его гитару, которая называется «Три топора», потому что мензура 777, и это 30 дюймов. И вот этот бас у меня мультимензурный тоже, с активной электроникой от компании Focken Pickups, то есть наша отечественная компания тоже здесь, в принципе, все, даже фурнитура и преампы, которые в нем стоят, сделаны нашими отечественными компаниями. Сама по себе гитара, ну, вы видите, она сделана для того, чтобы рубить металл, тяжелый металл, и слышно ее будет всегда и везде. Я вот ее сейчас последние несколько месяцев записываю, это просто какая-то убер-палка-убивалка, потому что, ну, реально очень крутая бас-гитара. Форма это Explorer, потому что я захотел. Мензура здесь 34-37 дюймов, 5 струн, и настроена она в дроп-си бемоль. Мастер, в принципе, может сделать любую сумасшедшую вашу идею, ссылочку на мастерскую я вам оставлю в описании, и просто зацените, как она звучит. Ну и теперь вы можете с уверенностью написать друзьям, что слышали, как звучит бас-гитара. Ссылочку на компанию я вам оставлю в описании, обязательно посмотрите, если вы хотите сделать себе какой-то очень крутой мастеровой инструмент со своими сумасшедшими идеями. С басом разобрались, и давайте смотреть дальше. Егор Лысун, трасса Е95. О, Алиса, поехали. Алиса в стране рок-чудес. А чё он как Брайан Джонсон одет-то? Но пока прям маленькие дети идут прям. Не считая только Георгия Петросяна, он постарше был. Если он дальше пойдет, пригласят Кинчева, нет? Бахнут. Ох уж эти зеленые струны. Еще же есть розовые такие. Они в синем свете, вот, подсветке, светятся просто как будто джедайские мечи. Вот она наяривает одновременно на кучу инструментов, красава тоже. Но он реально как Брайан Джонсон одет. Должен был и ACDC петь. Там что-нибудь. It's a long way to the top. If you wanna rock and roll. Чисто. А если я начну вот так вот смотреть видосы, да? Или как бы снимать видосы, вот так вот сидеть, мне же там захейтят в комментах люди. По своей земле дороги, которой нет. Ну, немножко размазано, конечно, по нотам. Так, вот так вот плавает. В плане того, что там партия плавает, да, сама по высоте, но он как бы размазывает ее немножко. Хорош. Вот здесь вот, когда вперед вышел, был вот этот вот съезд. Да, состояние, когда пытался сорваться, это как раз... Поймал, нет, камерат? Да что ж он такой какой-то неуязвимый прям. А, вот этот вот сползание звука как раз позиционное, оно опасное, на голос очень сильно давит. Прям, ну, типа, нехорошо голос становится после этого. Так, погнали дальше. Дарья Кузеванова. Порушка Паранья. На кошку-морошку похоже. Не из-за того, что так поет, а именно просто визуально похоже. Красиво. Чистенько, чистенько прям. Я зато люблю Ивана Штаголов. Хорошо прям в грудь как ушла, да? Вот этот звук такой прям чпонь. Не надо подсматривать за ними. Пой, как тебе по кайфу, не надо то-то. Вниз хорошо опускается, потому что позиционно звук хорошо стоит. Сложности не возникает. Она прям чук и держит его внизу. То есть... А, такой звук прям. Просто акустический сабдроп. В голову такой выход прям. Чуть сползла в конце, но кажется, все остальное было ништяк прям. Спасибо. Да!
Ярослав Санакоев, дорогая моя столица. Показали напольник, а что-то я у него услышал. Прикольно, у него там приоткрытая вот эта вот. Да, мягко у него прям очень клево. Прям, а, туда прям. Чуть-чуть прям вот у него. Ну еще плюс детский голос, очень прикольно. Голос у него, конечно, немножко, он, мне кажется, старше, чем голос его звучит. Он прям высокий-высокий такой звонкий голос. И низ, как бы. Там слышно было, что нижняя нота чуть подтюнена, но звук прям чистенький прям. И заметьте, что у него тембр не меняется в зависимости от того, как он по нотам плавает. Ну, если партию поет. Но есть некоторое ощущение того, что ему непривычно с микрофоном петь. Как-то прям... как будто боится его. Моя Москва, дорогая моя... Немножко потерянный такой. Ну, возможно, для него просто большая сцена. Очень сильно непривычно. Еще? Хотя вроде как бы выступление посмотрели. Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Похоже на правду, но не факт. Мне кажется, иногда больше было. Либо мне так кажется. Такие вот дела. Подписывайтесь на канал, приходите на мои концерты. Все ссылочки найдете в описании. Не забудьте подписаться на паблик школы ВКонтакте. Ну и, естественно, долбануть в колокольчик, написать свой комментарий, потому что это помогает продвижению канала. Подписаться на мою страничку Boosty. Это тоже помогает развитию канала. И давайте еще увидимся. Покедова.